Добрый вечер, дорогие друзья. Вы присутствуете на премьере нового проекта, который возник не так давно. Мы назвали его «Ars Nova Quartet». И в его фундаменте лежит «Ars Nova Trio». Это коллектив, который возник еще в 98 году, когда мы начали работать в клубе «Форте». И работали тогда, кстати, без барабанщика. Там вот были Дмитрий Лугдин, Евгений Шариков и Алексей Козлов. Мы назвали это «Ars Nova Trio». И только позднее к нам присоединился уже барабанщик Юрий Семенов, и тогда это стало называться «Арсенал». Но тогда в репертуар «Арсенала» того периода вошло очень много пьес и «Ars Nova Trio». Но «Ars Nova Trio» продолжало отдельно выступать в разных местах и как-то эту линию, в общем, свою продолжать и гнуть. Ну вот сейчас мы решили создать такой коллектив, который называется «Ars Nova Quartet». К нам присоединился барабанщик и перкуссионист Вартан Бабаян. И, в общем, хотя вот весь репертуар и все направление «Ars Nova Trio» осталось. И сегодня, вот, ну, в общем, премьера этого проекта. И мы будем исполнять преимущественно вот те пьесы, которые исполнялись вот когда-то, и мы их возродили уже по-новому, конечно, потому что в одну реку дважды не войдешь. Таким образом, сегодня мы хотели показать небольшую часть, кстати говоря, программы, которая нам приготовлена. Это первая порция. И начнем мы с пьесы, которую исполнил Пэт Метхери на одном из своих альбомов замечательных. Это фрагмент этого альбома, который называется «Always and Forever». В интервью Пэт Метхери сам признался, что он посвятил эту пьесу своим родителям. А можно перевести это на русский язык — «На веки вечные». Вот так переводится это название. Итак, «Always and Forever». Thank you.
Сейчас вы услышите композицию, которую написал замечательный французский мастер своего дела Эрик Сати. Это одна из его серий, он писал сериями такими для фортепиано, называется «Гимнопедия». Это гимнопедия номер 4. Странным образом она отличается от всех остальных его произведений каким-то особым таким восточным колоритом. И поэтому она нас и привлекла. Итак, Эрик Сати, гимнопедия номер 4. Thank you.
Сейчас вы услышите тоже редкую довольно мелодию, которую сочинил сын известного итальянского классика кино Эннио Морриконе. Он стал просто классиком. Столько он музыки написал для кинофильмов, для Феллини, для прочих таких настоящих философских картин. От его, у него вырос сын, который тоже стал композитором, Андреа Морриконе. И вот сейчас мы исполним композицию, которую он написал, назвав ее «Синема Парадизо», то есть такой киношный рай, посвятив это, в общем, деятельности своего папаши. А записал он ее в составе, между прочим, вот с Пэт Метени, такой квартет был замечательный. И вот сейчас мы эту пьесу и исполним как раз так, как мы ее понимаем. Итак, Андреа Морриконе, «Синема Парадизо». Thank you.
Спасибо. Сейчас мы отдадим дань памяти выдающегося музыканта, которого звали Хорас Силвер. Не более 2 недель назад, по-моему, скончался и оставил колоссальный след вообще в истории музыки 20 века. Дело в том, что он одним из первых стал играть музыку и придумал ее даже в стиле фанк. И в 1952 году он написал впервые пьесу с этим названием «Фанки отель». И с тех пор стиль фанк стал неотъемлемой частью всей современной музыки. Сначала фанки джаза, затем она перешла просто в фанк уже такой электронный и повлияла на стиль фьюжн и на джаз-рок. И только уже в конце 70-х годов выродилась в диско. Все диско тоже построены на фанке, но это фанк такой объединенный, изуродованный. Но тем не менее это фанк. И у него очень много поклонников. И вот сейчас мы просто сыграем одну из его пьес. Он отличался тем, что он писал необычные гармонии. Вот обычный блюз, в данном случае это будет блюз, который называется Jody Grind. Но там гармонии совсем не блюзные. И вообще, вот если посмотреть все хиты Хораса Силвера, то у него ни в одной пьесе нет банальных таких подходов. Он везде находил какие-то свои такие приемы и этим внес разнообразие вообще в историю джаза 20 века. Итак, Jody Grind. Ну, что это означает? Jody так звали девушку довольно сексуальную, которая все время ходила мимо музыкантов, которые работали в клубе, среди них был Хорас Силвер, они так смотрели на нее, облизываясь, но у них не было времени как-то вот к ней прикадриться. У нее такая была походочка, и он специально написал пьесу «Jody Grind», это «Походка Jody». Thank you.
композиции, которая состоит из нескольких частей. Это такая смесь самых разных видов музыки, которые можно назвать подход постмодернизма. Это откровенная такая смесь, это не сплав, где можно нельзя выделить составляющих, а это именно смесь. Значит, из чего эта смесь состоит? Сначала прозвучит музыка Орбита Колмана, его знаменитая пьеса «Lonely Woman». Она перейдет в фарандоу, это фрагмент музыки Бизе в опере «Кармен», народный танец, испанский фарандоу. И потом перейдет это в один из джазовых хитов, композицию «Take Five», которую исполнял квартет Дэйва Брубека. И потом снова и снова мы будем возвращаться опять к фарандоле. Там, может быть, даже кусочки что-то из Бетховена там прозвучит. Вот такая композиция. А начинаем мы с «Lonely Woman» Орнета Колмана.
Бабаян и Алексей Козлов. Слово партии. Спасибо. Надо передавать сделаем небольшой антракт. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе отделение с композиции, которую когда-то написал замечательный норвежский музыкант, саксофонист по имени Ян Гарбара. В общем-то, имя Гарбарака стало известно во всем мире, сначала в Европе, а потом уже и в Америке, благодаря такой фирме ECM, которую создал Манфред Айхер, контрабасист, который жил в Мюнхене. Он на последние свои деньги, которые он скопил, купил студию и начал записывать музыку, которая не пользовалась коммерческим успехом. И назвал он ее ECM, что это сокращенно Edition of Contemporary Music. Он нарочито решил записывать некоммерческую музыку. И первое время действительно фирма просто ничего не зарабатывала и накопилось огромное количество замечательной музыки, красивой, сложной, которая была построена на европейской классике, на камерной такой музыке современной. И вот это накопление привело к изменению вообще количества в качество. Вдруг почему-то эта музыка стала популярна очень в Европе. А потом уже американцы начали приезжать в Европу и записываться на этой студии, поскольку в Америке вообще, если это не пользуется успехом, то никто даже и записывать не будет. И вот так начали приезжать люди из Европы. И одним из таких музыкантов оказался пианист Кит Джерри. Вот он сделал первые записи на фирме ECM и вывез этих Яна Гарбарака, а он был ведущим музыкантом этого направления, вывез в Соединенные Штаты, и таким образом американцы узнали, что в Европе есть настоящий современный джаз. А так они как-то отгораживались, считали себя, что вот американский джаз – это все остальное, это все так, самодеятельность. Но это такая предыстория. И вот сейчас вы услышите пьесу, которую как раз Ян Гарбарак записал с Кит Джеретом, и сейчас мы ее исполним. Это типичный образец стиля ECM, поскольку вот все записи, когда они так сложились, образовали даже какой-то стиль. Итак, Ян Гарбарак, Entering, вступление. Thank you.
Thank you.
К творчеству Хораса Силвера. Вы услышите его произведение, которое он назвал «Sayonara Blues». Ну, прежде всего, в переводе с японского это означает «прощание», «прощальный блюз». Он написал его во время гастролей в Японию с ансамблем «Jazz Messengers», когда они туда приехали, вот он специально для того, для последнего концерта написал вот это произведение. На самом деле это никакой не блюз. Вот что тоже говорит о личности Хораса. Он назвал это блюзом, на самом деле по форме это обычная просто ладовая такая вещь. Там нет даже, там одна тоника только есть. И она исполняется в таком латиноамериканском духе. Итак, Sayonara Blues, Хорас Силвер. Thank you.
сейчас вы услышите в нашем исполнении некоторые фрагменты из второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова. Звучит первая и вторая часть, ну, уже в такой вот джазовой интерпретации, с импровизацией. Thank you.
Закончим наше выступление классической пьесой из истории джаза. Эта пьеса называется «Freedom Jazz Dance». Ее сочинил Эдди Хэрис еще в 1966 году, когда впервые предложил вот эту концепцию такого funky fusion в совершенно в другом размере, отличном от свинга, 8 восьмых. И предложил квартово-квинтовые построения в темах и в импровизациях. Это была своеобразная революция в то время. И вот сейчас мы исполним эту замечательную композицию, тоже в нашей интерпретации. Итак, Эдди Хэрис, Freedom Jazz Dance.
Thank you.
Шариков. Вартан Бабаян. Алексей Козлов. Большое вам спасибо. Нам очень приятно, что наша премьера прошла в общем-то сухо.